хочу показать композицию, которую я сделала для Пасхи. Внизу вот это можно использовать любой контейнер. Пластиковый, железный, керамический, но лучше легкий. У меня квадратные формы. Можно взять круглую, прямоугольную, овальную, ну, то есть какая есть. Ну, вот ширину сами видите, то есть он такой неглубокий. Он декорируется кокосовым волокном. Либо есть сейчас волокно из таких тоненьких веточек. Ну, то есть сейчас любой есть природный материал, но проще всего, наверное, использовать кокосовое волокно. Закрепляется оно нитками. Далее декорировано оно корой. И, соответственно, так как здесь использованы цветы, такие небольшие фрагментики, да, малюсенькие, не крупные, такие миленькие, лавандового цвета, но можно назвать сиренево-розовый, то также вот кусочками ткани проходит вот такая отделка под цвет самих цветов. То есть получается, такие вот тона, они как бы не кричащие, они очень даже нежные и очень хорошо друг с другом гармонируют. Ну и также здесь, конечно, зеленый цвет. И именно вот зеленый цвет использован и внизу вот здесь. Пенопласт вставляется, чтобы потом все это можно вставить. Также можно использовать флористическую губку. Ну, пенопласт дешевле. И вот вставляются цветочки, как удобно. Так как это светлый праздник Пасхи, завершу я композицию вот такими зайчиками на штекерах. Их я покупала. Очень легко они вставляются в пенопласт. То есть, ну, сейчас вставлять я буду, посмотрю. То есть я по высоте, вот сам штекер вот этот я обрезала. То есть они продавались на длинных. Я их, конечно, уменьшила, как мне нужно. Сделала. Все расправляется в конечном итоге. И получается, цветочки тоже можно расправить как удобно, как угодно. И получается вот такая весенняя, радостная, светлая композиция. Ну, опять же, цвет такой выбран, потому что хорошо сочетается с оранжевым цветом. А так, в общем-то, можно сделать по цвету как угодно. Так как зайцы были оранжевого цвета, соответственно, от них пошла вся пляска. Вот такая композиция.